Всем привет, друзья, из Алании. Время часа 4, наверное, или сколько, я даже честно не знаю. Сейчас посмотрим, мне же самое интересное. Я под зонтиком, я вам уже показал вещевой рынок, какой сегодня. 16.01 время, да, я угадал. Вот, и смотрим на овощи, фрукты, вещевой сегодня. Его практически нет, все разбежались, потому что дождь идет целый день. И сейчас посмотрим. У нас с овощами, фруктами, их, конечно же, будет больше. Почти все, как в обычный день, ни дождя не боятся. Сейчас будем посмотреть. Так как находить зонтом, без зонта, не знаю, все капает здесь. Без зонта хреново было. Идем пока в этот ряд вправо. Мандаринки 5 лир, 4 кило 10 лир. Уже мандаринки, ничего не вижу под зонтом. Яблочки 5, мандаринки 5, апельсинки 6, мандаринки 6, 4. Помидоры 3, морцы 3, очки 5 и 3. Яблочки 4. Клубника 12, видимо, либо мало ее сегодня, либо я не знаю. Наши веселые ребята с яблоками сегодня должны были быть с клубника, вроде как обещали. Видите, клубнику раскупили. Значит, ее немного было сегодня. Помидоры 4, огурцы 5, яблочки 4. Еще раз напоминаю, если 1 лира это 10 рублей или 3,70 в украинских гривнах. 3,70, 3,80, ну и 10 рублей не точно, там, ну приблизительно. То есть 1 лира это, ну я уже сказал, в смысле 1 лира. Вот 7 лир это 28 украинских гривен за кило цветной капусты, либо 70 рублей, это за кило цена. 100 рублей брокколи кило, или 40 гривен. Артишоки мои любимые. Так, чего было мало, давайте человека покажем. Он тоже высидел с постельным, наш товарищ знакомый. Постельные, одеялки. Мраба! Под дождем, нормально. Имя? Туриста йог? Турист нормально. Уже по чуть-чуть есть, да? У него качественное постельное белье, одеялки, полотенца, все. Приходите, очень хороший человек. Он вот тут вот посрединке стоит, а там еще его родственник на, ну, в обычном вещевом. Они похожи, кстати. Я сначала думал, что у меня двоится, а потом, когда понял, что их двое, и они очень похожи. Чуть-чуть тоже людей меньше, продавцов, я имею в виду, потому что все-таки не все выставить могли сегодня под дождем. Причем я уверен, что покупателей то почти не было, пока дождь шел. То есть они стояли, была ли торговля какая-то, никто ж не знает. Скорее всего, не было покупателей, я думаю, в дождь. 10 клубничка по 10. Красивая. Арбуз даже здесь есть. Вот эти вот орешки, как они называются, так не знаю, зелененькие, правда, их так и едят, не спелыми зелеными. 20 киви. Уже от арбуза. Уже с прошлого сезона, конечно же. Клубничка 10. Бананы 9. Экстремальные съемки такие не очень люблю. Да, под дождем приходится. С зонтом. Вот слово «ивет», которое значит как бы «да», вы слышали сейчас, как оно используется, то есть
Ну, типа, как можно перевести. Вот стоит, стоит человек, потом говорит, итак, типа, начинаем наш репортаж. То есть слово «вет», оно не только когда утвердительное, а когда даже чаще, я бы сказал, слово «тамам» используется. Хотя «тамам» я перевожу лично как «окей», но тем не менее, вот «вет». У «вет» гораздо больше значения слова «эвет». Его используют повсюду. То есть просто в начале любой фразы, диалога. А «тамам» это уже реально, когда вы соглашаетесь, типа, окей, хорошо, «тамам». Майдан Озберлира – это петрушка, одна лира. Все очень просто, когда знаешь турецкий, хоть как-то понимаешь хоть что-то. Лук парей. Красавчик какой. Цукини по 3 лиры, кабачки по 3 лиры. Это такой перчик. Идем смотреть, что там наши веселые ребята, которые с яблоками, с овощами, фруктами. Чубор. Фирменный автомобиль пивной. Şimdi falan köyden gidiyor. Bizim bir arkadaş var, Seras'ı var. Смотрите, лужи какие-то. Вот сапоги. Вот это вот единственная нормальная обувь для того, чтобы в Алании жить зимой. Дожди. Ай, выйдем! Давай. Вода висит, если кому-то пить хочется, мимо кто проходит. Пойди, Ромка сегодня должен быть со сладостями, не знаю, может он выдержал, не выдержал. Вот 8 лир такая коробочка здесь клубненькая. Да, вот коробочка 15 лир. Авокадо 10, 8 и 12 большой. 12 это 120 рублей и почти 50 гривен. Авокадо не дешевый. Арбуз 10 лир, я не знаю, за кило, наверное, скорее всего. 6 апельсинки, 9 бананов. Здесь тоже клубника. Раба. Часы за 10 тысяч долларов. Все, забываю батарейку прийти, надо поменять будет. Красавцы все. Пока мне еще не надоели, пока еще таскаю. И еще у них вот они тоже сегодня выставили под дождем. Им тоже можно дать медаль. Так, идем смотрим. Дальше грейпфрутики вижу, классные. Блин, дождь таки идет вроде. По 4 лира, такие шикарные грейпфруты. Грейпфрут, ромашки, белые ромашки. По 40 лир, вот и здесь тоже эти рюкзаки, сумки. 40 лир, очень дешевая цена для рюкзака. Я в 3 Семёрочки магазине набрал себе красных рюкзаков, про запас взял сразу несколько, у них там он, я уже забыл сколько, то ли 35, то ли 38, что-то такое-то. Много по старой закупке, а так вообще такие цены сейчас на рюкзаки, в принципе, не должны быть. 40 лир, это очень дешево. 2 года назад, да, можно было по 40 лир легко купить разные рюкзаки, а сейчас уже нет. 8 гранат, 10 клубника и 8 клубника из папайи. Рому вижу, он так и выставил. Выставил. Привет. Ты сейчас придешь, да? Да, сейчас пойду. Ага, подойду к тебе. Выставил под дождем? Ага. Медаль надо дать, давай. Ага. Выставил под дождем, молодец.
О, они не обманули, они держат слово. Обещали клубнику, сегодня клубника сегодня есть. Молодцы. По 12 и по 10. Ичкина! Бештина! Ой, а запах какой обалденный. Вообще стою, балдею от запаха. Клубника шикарная. Ах, вообще обалдеть. Смотри, дяга крупная. Наслаждайтесь. Молодцы, они мне пообещали Махмуд Ларе в субботу, что в понедельник Вова будет клубника. Они это сделали. Какая вкусная, как она пахнет. Мраба. Класс, клубника супер. Сладкая клубника, клубника. Клубника, огонь. 10. Яблочки, как всегда. Яблочки у них бывают по 3, бывают по 4. Все зависит от времени суток. Пока я дальше. 5 миллион долларов. И клубнички у них еще. Несколько ящиков еще в машине клубнички. Блин, а дочь капает, Так что кто приезжает, сразу к ним за клубникой. Самая вкусная, привет, самая вкусная клубника. Пообещали, молодцы, клубника есть сегодня. А вы по четвергам вы в Тусмуре нет, да? В Тусмуре сейчас нет. Махмуд Лар суббота, да, получается? Джума Пазары тоже. В четверг будете, да? А, о, четверг буду. Тоже с клубникой, да? Махмуд Лар нет. Махмуд Лар автор. Вторник. А, завтра, да, точно. Завтра ж Махмуд Лар получается. Будем надеяться, дождя не будет. Завтра. О, смотрю, прям обалденно. Стою, наслаждаюсь яблоками и клубниками. Так красиво. 3 кило, он лира. 3 кило, 10 лир. 10 лира, яблоко, павлика. Вот так вот. Русскоязычный сервис. Дышин кесерген, е. Так, ладно, я сейчас похожу, я клубнику, в принципе, ел еще вчера даже. Сейчас просто пока домой не иду, она подавится, если я с ней буду ходить. Сейчас подумаю, может быть, на 5 лир возьму, конечно. Да, на 5 лир я возьму. Чего я выделаюсь, блин? 5 лир. И думать даже не надо. Так, там у нас шахма овощная. Овощная, морковки, редьки, зелень, капуста, салаты, рукколы. По рублю он все по лире. 4 гривны, 10 рублей укроп, рукколы. Еще что-то там. Все по лире. Корм сельдерея такой большой. Тоже не скучно, людей мало сегодня. Тут похоже на листья капусты. Я не знаю, что они с ними делают. Это свекла, это понятно. Вот это похоже на листья капусты. Мраба всем! Как дела? Тоже под дождем выстояли, молодцы. Молодцы. Штучка 5 лир, синяя капуста. Салат 3 лиры пучок. Это похоже на мяту, если я не ошибаюсь. Мята лира 50. И ромчик у нас тут. Мараба! Мараба! Как вы тут под дождем? Нормально. Нормально? Вот. Целый день же, да? Сплошной прям. Капец. Я прогноз посмотрел и завтра, и послезавтра. Я в шоке вообще. Январь пришел, блин. Обалдеть просто. Туристы были? Да, тебя приходили сегодня, да? Как я обещал, так и скидку сделал. А с какого отеля, не спрашивал? Нет, две женщины были. Вот Ромка, мы, да? Смотрим. Я говорю, не смотреть мало. Поехали было. Уже. Подписываться надо. Поехали уже, значит, туристы, да. По чуть-чуть. Сегодня многие уезжают. Уезжают или да. Приезжают? Не уезжают. А, да? Туристов много было, да. Закупка сегодня нормально была.
А, все, лукумыч появились, да, я смотрю, что больше стал. А вот этот вот сиреневенький, расскажи, что это новый какой-то, я такого не видел. И вот тот красивый следующий прям. Ежевика. А, вот там еще. Вот, ежевика. С фисташком, с фундуком, граната. Обалдеть. Красивее, Халдой, чем в прошлом сезоне. Клубнику взял сегодня. О, красавцы эти. Потом вот такой гранатовый взял. Класс. Внутри фисташки. Обалдеть. Барбариса. Люди, я надеюсь, вы не голодные смотрите. Клубника с бананом есть. Ух ты. Банан. Барбарис. Обалдеть. Такие тоже взял с тундуком, вообще хороший. Ну я же покупаю. Это уже весь сезон такое будет, да, такое? Еще там в машине, знаешь, только там еще полностью не скоро. Классно, вообще настолько выглядит. Я взял то, что народ требует. Ага. Кисло-сладкие большинство. Отлично. А эти же без сахара вообще. Вообще без сахара. Без сахара. О, да. Класс. Вот он же без сахара делается. Сейчас я даже не знал. Халва хорошую тоже взяли. Халва с какао есть, да? Да. Фисташки есть, просто халва есть. И еще щербет, да, он называется? Щербет, это завтра я заберу. Может, тоже будет больше. Это киви сейчас есть, да? Это граната, да. Киви. Это просто щербет. Это виноград, апельсин, киви есть. Класс. И это чучхелла. Да, вот. Это виноград. Чернослив, граната, мало осталось для завтра, да. Киви есть, здесь это ежевикой. Берут товары то, что народу нравится. Mm-hmm. Ну, да. Нашему народу, конечно, так сказать. Теперь в следующий раз ты... То смотри, буду. А вторник, завтра Махмутлар-то есть? Вторник, да, завтра. Есть, Махмутлар. Да, Махмутлар? Потом... Ну, не полностью, а нам. Тосмор, четверг будешь, да, в этот, на этой неделе? Пятницу тоже буду. Пятницу на... Джума-базар. Ага, тоже, да? Да, да, уже решили выйти уже там полностью. Завтра. А там вы в четверг вечером или только в пятницу? В четверг вечером уже он поедет, я останусь в Тосмор. А. Уже... А, Тосмор же еще четверг, да, да. Я понял. Там... Ну, они поедут, а я останусь в Тосмор. Mm-hmm. Потом утром я туда отправлюсь. Mm-hmm. А товар уже там уже будет. Понял. Так что, так, вот маску тоже показывал. Большинство требует, что маленький, я еще не трогаю, экстравирджин, это да, вообще отличный, да. Там 8,08 этот отжима, личный тоже, и вот кофе взял, тоже хороший. Угу. Чтоб это пахлава будет разные. Коробочка, да? Да. Значит, сейчас с ним поговорю еще, чтобы открытая пахлава была, она больше требует. Как они красиво все смотрятся вообще. Ну, еще полностью не поместилось, видишь? Посмотрим, может быть, сзади еще удлиним. Там еще коробок 15 осталось. Вот его разные повезли тоже. Железные банки, да? В коробочках. Это турецкие же. Да. А чем отличаются или просто упаковка? Нет, это с чем-то, да, там зеленым с чем-то. Ага. Это без, это с молоком. А, уже там, да? Это без... А это натуральный, да, третий? Мамед Эфенди просили, Мамед Эфенди маленькие, большие, еще 100-граммовые пакетики привезем. Еще что нового у нас есть. А вот халва есть. Тоже. Подарочные новые взяли. Четыре вида халвы. Угу. Что-то она застряла. Так, еще вот такие кофе. Это что? Кукла? Кофе, кофе, да, ух ты, да. Какое зерно. Турецкое. Я первый раз вижу турецкие, да, зерна. Так что, люди, приезжайте, все вас ждет, всего много. Только скажите от Ромы и подписывайтесь. Да, да, и будут вам скидки, ну и куча, конечно, специй, чаев. Тоже будут. И подарочки. Это специи такие. Вот специи. Упаковочки. А вот это чаи. А, вот это чаи разные. Да. Все продумано. Классные вообще. А, да, такие в турецком там стиле. Ну. Керамика. Керамика даже там? Да, стаканчик керамики. Да. Еще деревянная, это самая, да, коробочка такая. Ну это как? Мощная, на подарок, классно, да. Красиво. Вот такие дела. Вот. Чему гостите на Роме? Приходите, все, прощаемся на Роме. Это был рынок у нас в понедельник. Оба, Рома выставил дождь, да, ему надо
надо медаль за это дать. Все, приходите к нему вторник Махмутлар, четверг Космор, пятница Джума Пазары.